Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и на продаже появились контейнеры с коброй. Причем они появились не только в самом магазине, но и в моем личном случае еще появились в виде индивидуалки. Разница заключается в том, что если вы будете смотреть на предложение в магазине, то здесь у вас единоразовое предложение купить за 22 500 10 контейнеров, либо 5 контейнеров за 15 тысяч, и все, по одному разу купили и разошлись. Если мы говорим с вами о индивидуалке, то в индивидуалке неограниченное количество раз можно приобрести себе контейнеры, но только сразу по 10 штук, то есть по 5 взять не получится. Что касается ценника, мне кажется, что дороговато, честно говоря, 22 500 за 10 контейнеров, пускай даже за эту новую, в принципе, тачку в нашей игре. Что касается шансов выпадения, для того, чтобы 100% собрать себе кобру, необходимо купить 3 раза по 10 контейнеров, то есть собрать себе 30 талисманов кобры и гарантированно в машину забрать. Исходя из стоимости в 22 500, получается, что в таком случае вам эти 30 контейнеров обойдутся в 67 500. Если мы говорим о том, что может теоретически вернуться из этих контейнеров, то здесь, ребят, шанс выпадения максимально близкий к шансу выпадения самой главной награды, я имею в виду по золоту, это либо 750 голды с вероятностью 5,14%, либо 1000 голды с вероятностью 4,77%. Все, что выше, существенно меньше по вероятности выпадения. Ну и, соответственно, ребят, давайте чисто теоретически посчитаем. Пускай даже вам 3 раза выпадет за 30 контейнеров по 10к голды, в чем я очень сильно сомневаюсь, потому что шанс выпадения чуть более 0,5%. Вам, в принципе, гораздо чаще тогда должна сама кобра выпадать с вероятностью в 5%. Ну, бог с ним. Пускай 3 раза выпадает, это 30 тысяч. Итого получается, кобра со всякими вот этими бустерами, сертификатами на свободный опыт обойдется вам в 37 500. Ну, мне кажется, что все-таки это дорого. Не знаю, может, конечно, она может выпасть и пораньше, и тогда обойдется немножко дешевле. Но в любом случае, если вы откроете себе 10 контейнеров и из них машину заберете, то дальше, сколько бы голды вам не возвращалось, все равно машина будет, как мне кажется, дороговатой по себестоимости. Ну и вы в любом случае за кобру со всякими вот этими бустерами и иксами отдадите 22 500 минус то, что вам компенсируется, если голда отсюда еще параллельно будет падать. Насколько это работает на практике, я у себя на аккаунте не рискну проверять, потому что у меня всего лишь 74 800 голды, и получается, я должен слить полностью все всего лишь на 1/9. Но, слава богу, есть друзья, и Дим, спасибо тебе большое за то, что ты прислал свое видео открытие этих контейнеров. Давайте вместе посмотрим на то, что у Димы получилось, и с какой конкретно пачки контов у Димы получилось забрать себе кобру. Итак, друзья, получается, что у Димки получилось забрать машину себе за 22 500 минус 2000 золотом, которые вернулись из контейнера. Всего лишь 2 раза ему дропнулась голда по 1000. Итого получается, машина обошлась ему в 20 500 золота. Он не получил легендарный камуфляж, и ему посыпало только разного рода бустерочков и сертификатов на свободку. Я не осмелюсь комментировать, но выскажу свое мнение. Мне кажется, что машина обошлась ему все-таки дорого. Пускай это 9-ка и пускай она новая, но мне кажется, она не стоит однозначно 20 500 золотом, даже если к ней в комплекте положили все эти иксы и бустеры. Пишите, пожалуйста, свое мнение в комментариях, я вам буду безумно благодарен, а еще подписывайтесь на мои 2 других проекта, ссылки на которые вы найдете. Если вас интересует обзор на саму кобру, то ссылочку я тоже положил в описании, можете зайти посмотреть, ну и для себя принять решение, стоит вам открывать эти контейнеры или нет, подойдет вам этот танк или нет, ну и, соответственно, будете ли вы довольны. Я же никогда вам не рекомендую открывать контейнеры и говорю всегда и всем: ребят, лучше покупайте танки сразу в магазине, так вы их получаете гарантированно и меньше трепете себе нервы. Пошел снимать специально для вас, а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока.